Ура! Я приехал. Отлично. Так, что? Почему-то дверь закрыта. Как это? Алло, Ликс. Алло, алло. Как слышно? Прием. Нормально. А что такое? Так, что такое? Локация называется C3. А точнее, Субмариан. Мы ее так назвали. Это место заброшено было из-за каких-то паранормальных вещей. Не пугайся, то, что тут могут прямой из мертвых деревьев или там других скамеек деревянных расти всякие растения. Не бойся этого. Ладно, рассказывай. На данной локации Субмариан могут обитать сущности по типу пришельцев, монстров и так далее. Так что опасайся. Важные места, темные уголки, а также двери. Изучи тут все досконально и посмотри причину, по которой тут все было заброшено. И она заброшенная уже примерно как один год. Но ее изучить отправили мы только сегодня. Отбой. Ну подожди. Ладно, так. Нужно изучить это место. Машину я тут оставлю. Он говорил, тут могут быть паранормалии. Но тут уже дверь за мной закрылась. Ну это как? Я что, выбраться что ли не смогу? Она реально закрылась. Я попал сюда, я просто заехал. Но открытая была. У меня что-то меню какое-то высветилось. Ладно, пойду-ка изучать. Всем привет, ребятки. С вами снова Ликс, я достану еще камеру. В общем, ребята, всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс. И, ребята, сегодня я буду изучать эту местность. Эту местность я буду изучать. Как нам мне сказал мой глава, который это все делает, он сказал, что это место называется локация C3, а точнее Субмариан. Он мне это много раз объяснял, и сегодня, ребята, мы изучим это место. Итак, давайте отправляться в путь. Итак, пускай моя машина тут стоит, а мы пойдем изучать данную локацию. Что тут как? Он сказал, темные уголки тут есть. Я помню это. Так, нам нужно посмотреть, что тут есть. Вкусландия. Так. Тут заброшенный автомат-магазин. О, тут все целое. Как-то странно, что тут как-то лежит все ценное. Все целое лежит. Ну-ка, она даже ржавчиной не пахнет. Так, ладно, включу я фонарь и посмотрю тут как. Что тут, ладно. Так, тут закрытая мусорка, закрытая мусорка. Не играть тут. Так, ладно. Выключу фонарь. Тут есть еще одна спускалка. Ну-ка, тут дверь. Тут дверь открыта. Фу, ну тут воняет. Такое ощущение, как будто это школьный коридор. Давайте-ка посмотрим и изучим эту местность. Тут какие-то коробки. Так, щиток. Что это? Что это? Коробочки какие-то. Ну ладно. Так, предлагаю тут фонарь выключить. Так, посмотрим, что в этой коробке. Она не открывается. Может, ее ногой? Так. Нет, больно ее что-то ногой. Нет, все-таки больно ее. Давайте-ка посмотрим, что в этих коробках. Ну, сломайся. Она не ломается, придется ногой. Она не ломается даже ногой. Может, рукой? О, получилось. Так, тут ничего нет. Что-то еще было. Блин. Почему даже ногой она не ломается? Наконец сломал. Так, тут ничего нету. Какая-то дверь. Так, что это тут такое? А, тут водоисточник.
Да источник. Шкафчики какие-то ржавые, не открываются. Отличная комнатка. Угу. Тут коробка какая. А, вот через это можно приглядеться. Она пустая, она пуста. Какие-то блокноты. Как его? Это что? Чё за там такое? Я не пойму. Ну-ка, открою-ка. Так. Стоп, что это? Немецкий паспорт? Май 1945. Замазанная свастика? Чё? А что тут делает немецкий паспорт? Что это за лицо? Не-не-не-не-не-не-не. Его надо обратно положить. Положи его обратно. Вот так. Нет. Ну нельзя же так, блин, скрывать это все. Ладно, положу на место. Так. Чё? Чё за звуки ща были? Ну ладно. Посмотрим, чё, как и здесь. Так, это забитая дверь. Нет, она ничего не делает. Ну-ка. Ох. Эту дверь зря я выбил что-то. Так, это что за место? Надо опять включить фонарь. Ну-ка. Ах, нет, оно не ломается. Что это за такие вещи, коробки какие-то? Ах, блин. Больно было. Ладно, поищем, что здесь. Коробки какие-то, они... тяжелые. Тяжелые какие-то они. Тут дверь какая-то. Непонятная дверь. Так, откроем-ка эту дверь. А, тут щиток. Тут щиток какой-то. Щит. Сейчас откроем и посмотрим. Лекс, не забывай, у меня камера запущена, если что. Ну, то, что у тебя там на заворотнике. На воротнике, точнее. Ага, хорошо. Так, попробуй что-нибудь тут нажать. Хорошо. Мне только этот стул мешает. Я не знаю, что с ним делать. Эх, уберись. Он тяжелый такой. Попробуй я отсюда. Осторожно, Ликс. Так не надо забираться слишком. Ой. Да все равно, ничего страшного. О, ладно, Ликс. Я тебя предупредил. Так. Я сейчас его надо как-то убрать. И... убрал. Сюда я убрал. Так, Ликс, попробуй нажать на эту красную кнопку. Так. Ну, нажал. Я слышу какие-то звуки. Так, тут лестница. Попробуй за нее забраться. Так, отлично. Ты по ней забрался. Ладно, спустись вниз. Что за звуки? Блин, тут кто-то появился. Что это такое? Тут... Надо убегать. Надо убегать. Что это еще было? Так. Так, нет. Надо убегать. Положу обратно свою пушку. Надо закрыть эту дверь. Ах, я еле-еле ударил ему в лицо. Я убежал. Так, где я? Я опять в этом месте. Ах, блин, я не туда побежал. Я не туда побежал. Ах, блин, срочно надо убегать отсюда. Так, он тут был сейчас. Ладно, надо убегать. Он тут. Надо убегать. Срочно убегать. Его тут нет. Вот тут нет? Нету, да? Нету? Так. Ладно, давайте подойдем. Так. Давайте посмотрим. Он там или нет? Я
Я слышу чьи-то шаги. Я чьи-то шаги слышу. Так, на профессиональном уровне. Можно просто посмотреть. Ой, я его услышал. Вон он! Вон он! Он за мной бежит! Он бежит за мной! Мне надо убегать! Убегать! Убегать срочно! Он за мной бежит! Вон там он! Он там! Он там! Вот он! Надо убегать срочно! Срочно убегать! Пока он меня не поймал! Пока он меня не поймал! Так, 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 срочно убегать! Бежать нужно! Бежать, бежать, бежать! Алекс, алло! Да, алло, я говорить не могу! За мной бегут! Бежит! Я тебя предупреждал! Так, что мне делать? Его тут нету. Так. Кажись, ты спасся. Так, Ликс, изучай остальные уголки, пока монстр ищет тебя. Но это же будет опасно. Но, как говорится, наука прежде важнее, чем жизнь. Эх, ладно. Так, ладно, окей, хорошо. Включу фонарь. Так. Я слышу чьи-то шаги. Ликс, у меня включена камера, и я Full HD вижу все. Не переживай. Надеюсь, с тобой все будет нормально. Отбой. Я буду продолжать смотреть камеру. Так, ладно. Посмотрю. Я где-то слышу шаги, ребята. Так. Изучай темные уголки. Так, ладно. Это изучение 3. На память, если я умру, то вы будете знать об этом. Я моментально это выложу в сеть. Не беспокойся. Если ты умрешь, все об этом узнают. Даже если эта запись оборвется, я успею моментально одним кликом все сделать. Ладно. Так, окей, хорошо. Надо посмотреть. Тут ли он или нет? Нет, его тут нету. Хотя, стоп. Я там что-то вижу. Там что-то вижу. Он ходит там. Аккуратно, мне нужно пробраться сюда. Так. Открой-ка здесь дверь. Нет, он меня не услышал. Он меня не услышал. Так. А где дверь? Открою-ка я здесь дверь. Зайду-ка сюда. Сяду я на туалет. А. Блин. Я где-то слышу. Так, его тут нету. Видимо, он не будет тут. Блин. Так, аккуратно хожу. Аккуратно. Вон он. Он меня увидел! А, надо бежать от него. Убегать, убегать. Срочно, срочно. Убегать. А, нужно его обмануть как-то. А, вроде бы там. Тут было где-то закусочное. Он тут? Где он? Где он? Где он? Он за мной бежит. Он сзади. Он сзади. Он сзади меня. Он сзади меня. Срочно надо убегать сюда. Надо убегать. Я его успел обмануть. Я его смог обмануть. Нет, он за мной бежит. Он за мной бежит. Он продолжает бежать. Нужно просто убегать. Не смотреть назад. Я, кажется, придумал план. Сворачиваем сюда. Сюда сворачиваем. Я кое-что придумал. И теперь мы идем в ту сторону. Ребята, бежим, бежим. Бежим. Упомним, что он может быть сзади. Так, его тут нету. А теперь мы в это время идем в закусочную. Так, идем в закусочную. Так.
у меня в очках. Так, ладно, я сниму очки. Так, я их снял. Так, ребята, наше спасение — это запереться в закусочной. Так, аккуратно. Сейчас зайдем в закусочную. И он нас тут не тронет. Сейчас заперем дверь. Вот здесь. Заперем дверь. Вот так. Запираем. И сидим здесь. Так. Я его слышу. Он что-то делает. Он смотрит сквозь дверь. Он хочет ее сломать. Господи, что мне делать? Что мне делать? Что же будет? Я скрылся. Нет, он здесь. Нет, я понял, что мне делать. Мне надо просто сидеть, пока он не уйдет. Пока не уйдет. Ох, блин. Что мне делать? Что же мне делать-то? Он орёт. Он что-то делает. Так. Он пытается найти выход. Хочет нас уничтожить. Он тут. Он смотрит сквозь дверь, но пройти не может. Он может смотреть, но он пройти не сможет. Это тут такая дверь. Лекс, возьми кое-что, я тебе скажу. Смотри, ты если не забыл, но я тебе поставил одну очень сильную вещь. Очень сильную вещь. Посмотри у себя в карманах. Вместо пистолета я тебе положил другой пистолет. Очень опасный. Так, что это за такой пистолет? Он же обычный. Нет, Лекс, он необычный. Если ты из него стрельнешь, ты моментально любого убьешь. Ну, кроме Next-ботов. Приготовься открыть дверь. Раз, два, три. Сейчас. У меня получилось! Я его пристрелил! Что за пистолет такой волшебный? Я не пойму, что это за пистолет такой. Че он такой волшебный? Лекс, а теперь ходи с ним. Ладно. Знай, Лекс, что если ты будешь ходить, тут даже как его предметы могут превращаться в опасные существа. Сверхмонстры называются. Так. Осторожно. Берегись, Лекс, берегись. Я убегаю уже. Я убегаю от него. Что это? Убегай, стреляй. Где он? Что он делает? Ах! Сдохни! Я его убил! Я его убил реально! Лекс, ты в безопасности с этим пистолетом. Но помни, что ты не должен так сильно думать, что ты все с этим пистолетом. Стоп! Где моя машина? Где моя машина? Лекс, изучай. Так, ладно. Я пойду изучать дальше. Итак, я включу локатор сущностей. В радиусе 250 метров ни одной сущности не найдено. Так, ладно, тогда я пойду изучать просто. Так, Лекс, посмотри-ка. Я эту локацию смотрел. Обыщи ее. Так, давай-ка я побыстрее буду обыскивать ее. Говорят, тут есть парковка, говорили. Так, фу, что это за место? Оно вонючее. Я тут же заходил, я тут был. Так, Лекс, что это за дверь? Я тут был. Ты тут был, значит? Да, я тут был. А это что такое? Что за место? Так. Тут газированный автомат. Gold Drinks. Так, ладно.
Открой дверь. Что это за свалка? Фу, тут воняет чем-то. Канализация какой-то. Так, ладно, обыщи. Что это за место? Что это за место такое? Как будто... Это неоновое. Так что не беспокойся. Ты будешь думать, что как будто ты в чем-то непрогруженном, но на самом деле это не так. Ладно. Так, что это такое? Какой-то компьютер старый. Что это такое? Дебилизм полный. Ах, блин. Ах, зачем я пристрелил этот компьютер? Что это? Это что? Это же... Погоди. Что это? Это же этот, хард. Диск хард. Жесткий диск. Ладно, Алекс, давай. Обыщи это место. Тут еще один компьютер. Так, что за мусор тут? Дурацкий мусор какой-то. Ну-ка, высыпать надо это все. Так, ладно. Дурацкий мусор какой-то. Блин, тупой горшок. Что он тут делает? Ладно. Обыщем, посмотрим, что тут можно делать с этой клавиатурой. Ну, работай ты уже. Оно не работает. Ах, блин. Дичь какая-то. Перестреляй тут все компьютеры. Тогда. Раз все тебе дичью кажется. Хорошо. Перестреляй тут все. Лекс, ну помни, опасайся. Все может быть не так. Так, ладно. Стой. Последний компьютер. Что-нибудь сделай. Так. Ну-ка. Что это такое? Что это? Короче, распинай тут. На! Достал уже. Дурацкие тут компьютеры. Что они тут делают? На! 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 Поломайся вообще. Тупой стул. Что ты тут делаешь? На! На! Переломайся уже тут все. На, сдохни. Сдохни. Чё за дичь тут это делает? Окей, так что, Лекс, ты тут все комнаты переломал. Молодец, поздравляю тебя. Так. Говорят, тут есть манекены живые какие-то. Что это за локация? Что она такая длинная? Почему? Какие-то компьютеры. Обыщи тут все. Я ничего, честно говоря, не понимаю. Может быть, я пойму. Опять дверь. Опять дверь. Что это такое? Что за дичь? Опа. Опять компьютера. Так. Что за код тут такой? Вот тут кофе. Ах, блин. А кофе хорошее. Кофе целое. Я же говорю, тут аномалии могут быть. Так, что это такое? А ну, нафиг его, он не нужен мне. Сдохни уже. Задолбали. Компьютеры тут стоят. Блин, сдыхайте тут. Вы меня задолбали, тут сидите. Так, ладно. О, Алекс, опять тут длинный коридор. Блин, ты издеваешься? Такую длинную локацию мне послал. Ну ладно, Алекс, все равно изучение важнее, чем жизнь. Что? Ладно. Так. Только не открывайся. Капец! У меня еще и сзади что-то. Может, я сзади еще изучу? Ладно, Алекс, изучи то, что сзади тебя. Давай-ка я изучу реально, что тут находится. Так, тут еще одна дверь. Я тут был. Что за дверь тут? Так, тут какие-то вещи непонятные. Зачем ты стреляешь? Пускай они будут следить за мной. И знаю зачем. Выруби фонарь. Хотя можешь не вырубать. Найди манекены и попытайся узнать, они живые или нет. Так, ладно, хорошо, подожди. Фу, я опять в эту вонючую комнату зашел. Ну, короче, как все понятно, с тобой тут ничего такого
интересного нету. Что это за дверь? Она даже не выламывается. Сзади нее вообще что-то есть? Я что, в ловушке? Лекс, нет, это просто дверь заперта нафиг. Ладно. Ты тут был. Обыщи другие части комнаты. Например, зайди в ту большую, которую сейчас мы заходили. Так, открою-ка я это место. О, ты вот тут не был. Вот тут ты-то не был. Так, ладно, окей, окей, сейчас посмотрим. Так, что тут такое? Нет, тут ты был, значит. Опа, ты нашел их. Вот они, манекены. Попробуй взаимодействовать. Привет. Привет, манекен. Что? Что? Они реально... Что это с ними? Так, стоп. Лекс, видишь, а ты говоришь. Что это такое? Что это? Чё у него там не так? Что? Что это ещё было? Что это ещё было? У него рука пропала. Амина, Амина, Амина. А, что? Что это? Диван? Что он тут делает? Что он тут делает? Чё это ещё было? Надо их нафиг перестрелять. Почему они не сдвигаются с места? Ну-ка, ну-ка я их щапну. Да. На. Они прочно прикреплены. Уходи отсюда. Значит, тут реально они живые какие-то. Но прочные. Ты не с той стороны вышел. Иди в другую сторону. Ладно, окей, хорошо. Погоди. Так, вот это место что? Так. Иди по прямому коридору и поищи. Где там то место большое? Тут большой склад. О, ты его нашел. Да, я его нашел. Так, ищи, что тут? Это вроде бы последнее место, что ли. Так, тут компьютеры какие-то. Да блин, достал. Такое ощущение, будто бы это нефтезаправка. А точнее перевозка чего-то. Большой почты. Может, тут какие-то магазин компьютеров? Ну, там, типа, бытовая техника какая-то там. Вроде бы так. Наверное, бытовая техника. Опа, ящики. Перестреляй. Ничего в них нету. Опачки, опачки. Тут какой-то генератор. Оно не ломается. Кстати, если ты повернешь другой рычаг, ты будешь стрелять бомбами. Но не рекомендую этого делать. Сильно глаза могут разболеть. Опа, конец склада. Ну погоди, поищи другие двери. Поищи другие двери. Тут их нету. Стой. Что-то идет на тебя. Что это? Что это? Прижмись к стене. Стреляй! Я его убил. Я его убил. Да, ты его убил. Ладно. Пройдись тут как надо. Стой, локация. Я что-то чувствую. Тут локация, точнее, чувствует, что тут кто-то есть. Мне плохо. Мне плохо. Это локация играется с тобой. Достань аптечку. Сейчас, сейчас. Вот, достал, достал. О, сейчас, сейчас. Все нормально. Так, Лекс, посмотри, что тут еще есть. Возьми пистолет. Сейчас. Я взял его. Отлично, молодец. Так, обыщи другие места. Смотри-ка, я все это время обращал внимание на верхнюю часть. Что это такое? Попробуй туда залезть. Ну ладно, сейчас попытаюсь. Опачки, тут какой-то провод. Странно, ладно.
Тут никаких дверей нет. Берите коробки с лица земли. Молодец. Так. Что-то неинтересное какое-то изучение. Нет, это большое изучение у тебя какое-то за сегодня. Уже мы третий день делаем изучение. Наша компания именно тебя выбрала. Почему меня переместило сюда? Я не знаю, Ликс. Я не знаю. Я же говорил, тут аномалии могут быть. Посмотри, что в этих дверях. Так, и там... Что это еще было? Так. Ладно. Посмотрю, что тут может быть не так. Что за дверь? Я сам не знаю. Посмотри, что тут может быть. Фу, свалка какая-то. А за ней парковка? Нет, блин, морковка. Ладно, хорошо, дети. Посмотри, что еще тут есть. Блин, а что тут стены перекрашены, как будто флаг свободной России? Я не знаю. Это не у меня, спрашивай. Заброшенная парковка. Тут наверняка есть двери. Изучи их. Это большое изучение. Посмотри последнюю дверь. Ладно. Так. Там еще дофига дверей осталось. Вторая парковка. Обыщи ее. Стой. Что-то там бежит. Что это было еще? Что за белое существо? Оно бежало на меня. Что это еще было? Так. Меня переместило наверх. Такое ощущение, как будто меня вонзили что-то. Ну ладно, достаточно изучения ты сделал. Как я понял, тут многие комнаты пусты. Так, и что тут такое? Что это еще было? Ты кто? Сдохни. Фух, блин. Что за ее киллер, блин. Ладно. Посмотри, что тут может быть. Стой, я что-то слышу. Что ты слышишь? Погоди, Ликс. Опасность, их много. Что это такое? Сдохните! Они не сдохнут, наверное. Сдохните! Так, что это такое? Опять эти монстры. Ладно, Ликс, сейчас за тобой летит вертолет. Нажми на кнопку, чтобы дать свои геоданные. Сейчас. Они тебя почти нашли. Вертолет прилетел. Уже через несколько минут прилетел все-таки вертолет. По именно нужным данным. И Ликс улетел. Ликс, хорошее было изучение.